Друзья, привет! Ну что, в общем, очередная охота на утку с подхода. Время 3:30 вечера. Все, что попадется интересное, все буду показывать. Все, ребят, пошли, не будем время терять. Поехали. Ребят, в общем, прошел я эту речку порядка где-то 2,5 километров. Утки нет вообще. То есть ни одного подъема не было совершенно. Вот. Время где-то 4:30 вечера. Сейчас хочу еще доехать до пару мест. Здесь неподалеку. Там болото. И там тоже небольшое болото. Если там нету, то я не знаю. Либо сегодня уже просто кто-то был. Потому что сегодня суббота, выходной. Либо утка уже начала собираться в стаи и где-то сидит на большой воде. Все, ребят, смотрим.